И всем привет! С вами Артём Фролов. Данный видеоролик посвящен трейдам. Трейдам на MFR VetDragon. Я думаю, вы уже догадались по превью. В конце этого видеоролика будут подведены итоги на Fair Frost Dragon. Обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, включай колокольчик, пиши абсолютно любой комментарий. Не смею вас задерживать. Погнали! Ну что ж, вот и нам прилетел уже первый трейд. Смотрим, что нам дадут. Так, ну, в принципе, давайте попросим у него, наверное, ADD, добавочки, так сказать, и посмотрим, сможет ли он нам что-то еще добавить. Угу, не густенько, не густенько. Ну, то есть, смотрите, он нам дает NFR бед дракона, просто мега ворона, МФР попугая и МФР коричневого оленя. Но нас это не устраивает, так что мы отказываемся и ждем дальше. Так, ну что ж, следующий трейд. Надеюсь, может быть, он будет более-менее хорошим. Так, дает он нам МФР ворона, 2 НФР попугая, МФР черепаху, НФР слона и яйца миньона. 3 штучки, 4. Но это нас не устраивает, мы отказываемся и ждем дальше. Ну что ж, еще один трейд кидает нам, а мы смотрим, что нам предложат. Надеюсь, опять же, надеюсь, что нам дадут что-то нормальное. Ой, предлагает он нам NFR Beta, NFR Попугая, MFR Феникса, MFR Golden Пингвина, MFR Yeti, просто Арктика Безелик, Альбина Манки без зелек. Давай этих. Ну, короче, нет. Такой нас тоже не устраивает вообще никак. Это вообще очень плохой трейд. Мы ждем дальше хороших трейдов. Ну что же, долго ждать не пришлось. Опять нам кинули трейд. Смотрим, что нам предложат. Ну, в принципе, такое он вообще уже дает. То есть он нам NFR бета дает, NFR фроста, NFR попугая, NFR жирафа, так, NFR эвила, NFR ворона, NFR попугая, NFR пчелу, NFR кицуни. Нас это не устраивает. Опять сидим и ждем. Так, ну что ж, следующий трейд прилетает нам. Смотрим, что нам дадут. Так, предлагает он нам МФР Фроста, Рай Джирафа, Джирафа Безелик, Фэр Шадоу, Кэнди Каннон и НФР Ежа. Все, да? Да, все, так. Мне сейчас надо будет отойти и посоветоваться с людьми. Скоро буду. Ну что ж, короче, посоветовался я, сказали, можно найти трейд лучше, так что ждем. Ну что ж, следующий трейд. Смотрим, что нам предложат. Так, он предлагает нам NFR Beta, MFR коричневую сову, Fair Shadow, еще Fair Shadow. Опять мне надо отойти и посоветоваться. Так что скоро буду. Ну, насчет того трейда мне сказали плохой. Тут он нам предлагает еще раз уже 3 Fair Shadow, 2 Fair Frost и MFR коричневую сову, но нас это тоже не устраивает. Так что пишем ему... Типа нас это, ну, спасибо за предложение, нас это не устраивает. Всего хорошего и ждем дальше. Да уж, конечно, прошло столько времени, чтобы нам кинули следующий трейд. Но я надеюсь, ну, короче, понятненько. Он предлагает нам МФР жирафа, какое-то яйцо, это нас не интересует. Мы опять ждем. Ну что ж, как в прошлых трейдах на МФР Shadow, я списался с человечком во ВКонтакте. И он мне предложил очень хороший трейд. То есть он мне вначале дает NFR Сноусову, NFR Черепаху, NFR Крокодила, NFR и Райт Эвила. Потом он еще мне добавит. Давайте сразу же переместимся, когда он будет добавлять. Так, ну что ж, мы еще договорились на добавке. Он дает еще NFR Ворона и NFR Сову. И потом будет основной уже трейд. И вы увидите, то, что это очень хороший трейд. Потому что самый лучший вообще трейд, это когда дают 3 NFR бета и, ну, плюс-минус NFR попугай в добавку. То есть вот это самый шикарный трейд. Но так как сегодня мы его не получали, такой трейд в предложении, то есть лучше поменяться мне на этот. Намного выгоднее выйдет. Так, смотрим, что он сейчас нам даст в основном трейде. Так, надо будет сейчас еще все проверить. Тут мало ли я перепутал. Так, это у нас...
Так. Так. Это у нас есть тоже. Тут у нас это все есть, есть. Так, есть. 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 Так, вроде бы все. Ну, смотрите. Он нам дает рай жирафа. Ой, фэр жирафа. НФР фроста 2. Фэр фроста 3. МФР кенгурушки. НФР сову. И фэр бета. И считай еще до этого, сколько добавок он нам дал. Фэр сову, там фэр ворона, НФР сноу сову и так далее. То есть, как по мне, вообще, очень хороший трейд. С него я точно окуплюсь. Надо уже все, заканчивать данный видеоролик и подводить итоги на фроста. Так что погнали. Ну что ж, вот данный видеоролик и подходит к концу. И долгожданные итоги на Fair Frost дракончика. Сейчас вы видите на экране вырезку. Вот, это аккаунт девочки, это ее комментарий. То есть она выиграла Fair Frost абсолютно бесплатно, просто подписавшись на меня. Девочка, перейди в описание, там мой телеграм-канал. В телеграм-канале есть мой юзернейм. Напиши мне в ЛС, предоставь доказательство то, что это ты, и я тебе выдам Frost. С вами был Артем Фролов. До встречи!